Макшин, пожалуйста. Он когда ничего вам не говорит, он все сам скажет. Обязательно. Все непременнейшие. Добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Конечно же, все сегодня, все овации, все аплодисменты, все восторги сегодня звучат и завтра, конечно же, будут звучать в честь нашей самой замечательной, самой красивой, самой желанной и самой-самой любимой прекрасной половины. Половины в честь прекрасных дам, самые бурные аплодисменты. Самые бурные аплодисменты. Желаем, конечно же, красоты, молодости. Красоты, здоровья, молодости, в общем, всего-всего самого прекрасного. Боюсь что-то забыть сказать, поэтому всего. Просто еще раз аплодисменты, друзья. Еще раз. В качестве подарка, друзья мои, сейчас я вам всем предлагаю отправиться на музыкальной машине времени в 30-е годы прошлого столетия. И предлагаю всем вместе... Нам всем вместе вспомнить замечательный шлягер, который был написан именно тогда. Музыку написал румынский композитор 30-х годов Герт Вильнов. Он же написал небезызвестное танго «Ах, эти черные глаза». А слова написал не менее тоже легендарный исполнитель Петр Лещенко. А эту песню, я думаю, что старшее поколение, конечно же, вспомнит. «Фокстрот. Бессмертный». Замечательный. Моя Марусечка. Всем Марусечкам не только посвящается. Поехали. Счастья, здоровья и всего самого прекрасного. Спасибо!